Всем привет! Меня зовут Гуля, и вы на моем канале о вязании спицами и крючком. И сегодня я хочу снять эпизод. Я не снимала ничего подобного, но смысл данного видео, как я это понимаю, заключается в том, что в одном видео без коротких каких-то включений ты рассказываешь, что же случилось в течение недели, что ты навязала, что купила, и вот все в таком роде. Итак, у меня не было времени снимать всю эту неделю видео. Дело в том, что я училась с 9 до 3, дома, конечно же, онлайн, потому что у нас сейчас еще все закрыто, но все равно это была учеба, да, пускай не в том формате, в котором бы мне хотелось, потому что все-таки у меня важнее не теория, а практика, но что есть, то есть, подстраиваемся под те условия, которые у нас сейчас. Вот, и я не могу сказать, что я повязала слишком много, это естественно, потому что я училась, но я не могу сказать, что я повязала мало, потому что были у нас такие моменты, да, когда мы сидели, смотрели видео, нам показывали, и он, наш преподаватель, комментировал, и в это время я могла спокойно сесть повязать, несмотря, конечно, на вязание, а в экран, в принципе, тот же самый принцип, что ты смотришь YouTube. Ну, конечно, YouTube я больше слушаю, чем смотрю, но все-таки я могла немножко повязать. Поэтому, скажем так, среднее количество работы я могла проделать, но в то же время у меня, я считаю, довольно неплохой результат. У меня связался кардиган гусиные рапки, которая называется, наконец-то, я считаю, что я его связала довольно быстро, учитывая, что у меня не было никаких готовых расчетов, все это было у меня в голове, мне все это пришлось, в принципе, выдумывать самой и схему, но схема, я сразу скажу, что все-таки есть и лучшие варианты, и если я что-то буду вязать наподобие, это, знаете, из раздела я видела, жилеты вяжу таким узором, мне очень понравилось. И я вот недавно на девушке, в Инстаграм, не вживую, естественно, увидела сарафан. То есть вот такой вот тут, вот, на таких широких ветельках, тоже V-образный вырез вот тут вот. И тоже просто дальше по прямой, но вот именно узором гусиной лапкой. Если честно, я люблю такого рода одежду, я такое ношу, поэтому я подумала, может быть. Ну, посмотрим, на самом деле столько идей в голове, столько всего хочется связать, что где бы взять еще 24 часа в сутках дополнительно. Итак, вот он примерно как выглядит. И, естественно, на нем подробно я останавливаться не буду. Что мне оставалось связать, это у меня были только рукава, поэтому, ну, очень быстро связались рукава. Там, так скажем, не было никакой дополнительной такой работы, да, узор я уже к этому времени практически запомнила, потому что я его довольно быстро вязала, и не было у меня долгих таких промежутков между вязанием этого кардигана, поэтому, в принципе, нормально все. На нем я не буду сильно останавливаться, потому что это готовая работа этого месяца, и я его покажу, вот в понедельник я буду, планирую снимать видео по готовым работам, и обязательно вам все покажу. Он не стиран. И, если честно, я боюсь, что после стирки вот эта белая ниточка поведет себя как-то неадекватно, и все это расползется. Но я, по крайней мере, сейчас не буду его стирать. Он и так выглядит неплохо. Да, можно, конечно, его легонечко совсем опустить в воду. И в то же время я боюсь, что у меня сейчас синий поменяет на белый, хотя этого не было, но не линял он. Но пускай пока будет так, он и так выглядит неплохо, я его немножко слегка отпарила и пока поношу, а там посмотрю, решусь его постирать руками. Наверное, эту вещь я буду стирать только руками, ну, там уже время покажет, посмотрим. Так, дальше, что я вязала? На самом деле удивительно, но вот такие вот вещи, которые не самые легкие в вязании, да, у меня почему-то вяжутся быстрее, чем просто лицевая гать. И следующий мой процесс — это кардиган. Вообще всю неделю, да, я работала над кардиганами, потому что у нас весна идет полным ходом. Я знаю, что в некоторых регионах России зима, и очень такая суровая сейчас, и у меня вот у мамы, да, в средней полосе, они 30-градусные морозы для февраля, но это не совсем привычная ситуация, и, конечно,
замерзают они слегка, и а у нас уже птички по утрам тебя будет, не будильник, а птички. Вообще, я люблю весну, я люблю цветы, я люблю безумно солнце. Когда вообще вот начинается вот это вот тепло, у меня энергии становится больше, я становлюсь более живая, активная, мне хочется идти на улицу, мне хочется что-то постоянно делать. Мое самочувствие, в принципе, намного лучше становится. Я человек лета, не зимы, у меня зима не вызывает никаких восторгов, просто вот через телевизор, да, я люблю посмотреть там какие-то видео, это, а так вот находиться в этом, это не моя стихия. Вот, и поэтому я вязала кардиган, он тоже из 100%, тоже, не тоже, он просто из 100% шерсти, и я его замочила, он очень грязный, и вот, ну, грязный не в том плане, что он там где-то в грязи валялся, да, а вот в этой пропитке, очень у него жесткая пропитка, конечно, у него даже запаха нет, но это 100% шерсть, конечно же, потому что я его, ну, ниточку эту проверила огнем, и там все как положено, и запах вот жженных волос, и вот этот вот обугливается, вот этот вот обуглиш, да, который остается, когда ты на него нажимаешь, он весь рассыпается. При синтетической нитке такого нет, он никуда не девается. И, естественно, когда ты огонь убираешь, перестает гореть. Ну, в принципе, все то же самое, что у шерсти. Ну и колется, да. И я замочила, у меня связана спина, полочка. Все это соединено, и я все это замочила. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, какой длины мне связать рукава, потому что я не хочу ни короткие вот такие, или вот, да, вообще не хочу короткие, потому что это будет как верхняя одежда, мне нужны длинные рукава, может быть, даже вот до сюда. Ну, посмотрим, да, потому что по описанию там рукава связаны просто лицевой гратью, я не хочу так вязать, я хочу полностью, чтобы был весь вот в этих косых жгутах, ранах, чтобы все вот такое вот красивое было. На самом деле, мне очень нравится узор, который на нем, поэтому, да, мне нужно самой будет это посчитать, и для этого мне нужно знать, где он у меня вот, потому что у меня спущенная линия плеча на нем, и я не знаю, какой длины мне вязать, и вообще, как связать рукав от него опять, или все-таки отдельно мы ее сшивать. В последнее время я только и делаю, что сшиваю детали, вот, поэтому он лежит, отмачивается, и я его засуну машинку после того, как она немножко подмочится, вот это, ну, там вода черная, я даже сняла видео, я обязательно поставлю вам сюда, как дополнительное окошко, чтобы вы могли посмотреть, какая там вода, ну, вообще очень грязная. И самое интересное с этим кардиганом, почему я хочу его побыстрее довязать, потому что у меня по шрам непонятная реакция именно на эту пряжу. Я сначала не понимала, что это происходит, но вот что-то случилось, и у меня, я даже сделала специально, с чего все началось. Я понимаю, что я начала чесаться. Я не могу понять, откуда у меня вот это, особенно верхняя вот эта вот часть, да, ну, где непосредственно все это вязание вот отсюда, у меня все чешется и чешется. Я не могу понять, что же это такое. До такой степени я никогда не чесалась. Но, так как я понимаю, да, что это может вызвано быть шерстью, потому что я не особо часто вяжу шерсть и, может быть, и не особо ее ношу, и может быть поэтому, да, и я сделала такой эксперимент, я прям на голом участке тела провела ниточками вот этого, и у меня тут же вот моментально началось покраснение на коже, то есть я провожу, и у меня такое прям покраснение по коже. Я очень надеюсь, что это все-таки реакция не на шерсть, да, я не часто носила шерсть, но все-таки я носила, и не было такого, чтобы вот такой степени, что у меня вот это покраснение, и вот эта вот чесотка начиналась. Я очень надеюсь, что этот кардиган не вызовет такие же, и я думаю все-таки, что дело в обработке, что это такая реакция своеобразная моей кожи именно на обработку данной вот ниточки. Ну, не было у меня таких вот историй, поэтому, конечно, я думаю, что все-таки это именно в этом масле, и у меня вот такая реакция. Вот, поэтому я хочу его довязать и узнать, конечно же. Вот, но в любом случае он колючий, я его не буду носить на совсем уж голое тело, это будет поверх платьев. Ну, на самом деле я так понял, что это будет поверх каких-то легких платьишек, чтобы носить на улицу.
И следующее, что я закончила, ну, закончила, я имею в виду, что у меня в процессе, это следующий мой кардиган. Это вот как раз-таки 100%, ну, он такой совсем, его, во-первых, не видно, потому что он темно-зеленый. Вот, я уйду. Цвет, на самом деле, роскошный. При дневном свете это, конечно, ну, очень красивый цвет, такой абсолютно весенний, естественно. Это 100% шотландская шерсть, очень мне нравится. Вот он, кстати, у меня такой реакции не вызывает, я спокойно его вяжу, и он колется тоже для меня. У меня чувствительная к этому делу кожа, я не люблю колючую. Не то, что я не люблю, моя кожа не очень хорошо к этому относится. Поэтому, конечно, кардиганы. Кардиганы замечательные. Вот. И что, в общем, у меня тут была спина, по-моему, только связана. Я связала попки. Ну, по крайней мере, пока все. То есть, естественно, скос плеча. Тут у меня тоже никаких расчетов. Это просто обыкновенно. Ну, тут такая ниточка, да. Конечно, здесь не совсем как... должно быть показывать. Но ниточка сама по себе такая самодостаточная, ей здесь ничего не надо. Я еще, конечно, не решила по поводу резинки, обвязки. Я не хочу этого ничего, не хочу ни резинку, ничего вообще. Но опять посмотрим. Вот, шила, кстати, я, помните, вам рассказывала, что я нашла такой интересный способ сшивания плеча. Я вот его попробовала, мне на самом деле не очень нравится, получается слишком... Ну, грубый, наверное, да? Не знаю. Мне кажется, слишком толстый. Вот, толстый. Слишком толстый шов получился на изделии. И мне это не очень нравится. Но на самом деле, может быть, дело не в шве, может, не в способе, а дело в ниточке, потому что вот тут вот по бокам у меня тоже... Все это было связано отдельными деталями. Если вы посмотрите, да, ну, на видео не видно. Но вот вживую, я не знаю как. Я, в общем, вот тут видите, его видно. Вот этот шов видно. Хотя этим способом, когда я сшиваю, не знаю, почему на видео, а может быть видно. Ну, скажете мне, видно или нет. Я когда сшиваю этим швом, обычно очень все аккуратно, даже вот в этой... ниточки в белой, которая очень такая капризная. Даже вот здесь, если посмотреть, вот на шов, да, то его не особо, ну, да, его не особо видно, да. Вот, а вот в этой нитке, мне кажется, он очень заметен по бокам. Так что, может быть, дело в нитке, а не в способе сшивания плеча. Что, и вот сейчас я, конечно, вот... поеду, мы собираемся поехать на пляж, я с собой собираюсь на пляж, на море, да, все равно, я думаю, у нас будет минут 20-30, посидим спокойно на песочке, полюбуемся, послушаем океан, и я возьму с собой вот эту вот вещь и буду лицевая играть, чтобы ни о чем, чтобы дать мыслям просто течь и не думать о вязании, а думать о чем-то другом. Вот хочу связать сегодня рукава. На самом деле хочу уже носить эти два кардигана шерстяных, потому что, ну все, ну тепло. Если я сейчас вот прям буквально несколько дней не успею их связать, я толком их не могу поносить. Ну, я так думаю. Хотя, кто знает, у нас 2000... Я хочу сказать 18-м, но я не уверена. Может быть, все-таки... Да, сказать, в 2018 году, 1 марта, выпал снег. То есть... Кто, у нас весна, обычно у нас уже все типично, у нас в это время уже довольно тепло, мы не носим теплые куртки зимние, какие, ну, у нас в принципе теплая погода, да, у нас самый холод, это, наверное, плюс 5, поэтому, я имею в виду зимнее время, поэтому я не могу сказать, что мы там как-то замерзаем и все остальное, но вот бывают у нас такие инциденты, и вот был тогда снег, и он был такой типичный, мягкий, очень тепло. Детям, конечно, это за радость, да и нам тоже такое время. И, естественно, из-за того, что на снег, у нас обычно все закрывается, потому что у людей на машинах нету резины зимней, естественно, да, с шипами для лучшего сцепления и все остальное. И вообще все закрыто, и обычно это такие радостные дни, поэтому, конечно... Кто знает, возьмет и выпадет. Но пока выглядит так, что все. Весна пришла, все. Все замечательно. Так, все.
по вязанию, все, что я связала за эту неделю. Ну, как видите, они есть такие продвижения, да, но нельзя сказать, что они очень значительные, но вот все равно что-то есть. Я в любом случае считаю, что для меня, учитывая, что я училась всю неделю, я физически устала от этого, сидеть перед компьютером, на самом деле, знаете, мне часто говорят, что вот, ты вяжешь так много, пожалей свои глаза, у меня очень плохое зрение, у меня минус 8-8,5, и, конечно, я часто слышу такие фразы, но удивительно, у меня глаза так никогда не болели, как эту неделю. Уже в понедельник вечером у меня глаза были настолько воспаленные, даже мои капли, я всегда капаю в глаза, одни капли у меня для очищения лиц, сразу прям, когда-нибудь на глазах, а другие капли я закапываю утром, перед тем, как надеть линзы, и вечером после того, как я снимаю линзы. Но это все по предписанию врача, я ничего сама не выдумывала, вот это просто мы решили такую схему разработать для меня, поэтому, да, вот, и к понедельнику у меня глаза уже были очень воспаленные, у меня они болели и жгли, потому что я столько времени сидела перед компьютером. Но я не сижу столько времени ни за компьютером. На самом деле, проанализировав, я понимаю, что я вообще не смотрю в экран. Когда я включаю YouTube, да, например, когда готовлю, потому что ходишь по кухне туда-сюда, где-то там пропустила какую-то мысль, либо сова, ничего страшного, да. Когда вяжу, я смотрю. Даже наоборот, когда вот даже мы с мужем сидим, смотрим телевизор, у меня все равно всегда вязание в руках, я не смотрю в экран, и для меня вот эта вот неделя в этом плане было очень тяжело. Извините. Так, и я сейчас хочу похвалиться небольшими приобретениями, наверное. Да. Да. Я вам покажу, что я купила. Но это не совсем по вязанию, но это около вязальная такая тематика. Это вот такая вот брошка. Вот такая вот красота, да. Именно на Алиэкспрессе я все заказала. Очень даже такая милота. То есть клубок со спицами. Это пасмочка, да. И тут тоже еще клубок со спицами. Но мне очень нравится. На самом деле я не ждала, что она будет такая большая. Все-таки я думала, что она будет побольше. Ну, немножко большеват. И еще одна такая брошка. Я просто очень люблю всякие веселенькие, такие необычные брошки, да, украсить свою одежду. И вот такая вот, такие вот две овечки. Вот эта вот поменьше, она мне, конечно, замечательная. Они давно уже пришли, я просто никак не могла вспомнить про них, достать их. Вот так вот выглядит. Ну, такие вещи милые, да. Так, что еще? Еще у меня появился второй комплект зингов от Nitro, который interchangeable. Все то же самое, на самом деле, как у меня есть, просто это дополнительный комплект, потому что у меня сейчас много процессов постоянно, и я понимаю, что у меня не хватает спиц, на самом деле они мне достались бесплатно. Ну, как бы бесплатно, скажем так. Просто у нас тут в Англии есть один такой журнал, который называется Knitter, The Knitter, и я его очень хотела, ну, подписаться, не подписаться, но покупать как-то, но он не дешевый. Ну, в Англии, в принципе, такие вещи, все, что связано с хобби, очень дорогое. И я очень хотела этот журнал, и думаю, а, ладно, подпишусь или еще что-то, и захожу на их сайт, и смотрю, у них акция. Если ты оформляешь именно подписку на 13 выпусков, я не знаю, почему 13, а на 13 выпусков, то в подарок идет вот этот вот набор. Думаю, ну, это прям вообще знак. Мне нужны спицы. Потому что я подумывала о том, чтобы купить отдельными 3,5, 3, 4 и 4,5, ну, потому что это самые мои такие номера, которыми я вяжу. И думаю, ну вот, куплю как раз, пускай будет такой еще набор, мало ли, да, пригодится, или взять с собой дома один оставить. Ну, в общем, это будет пускай со мной везде в сумочке жить. Вот, поэтому
Да, у девушек нормальных там в сумке косметика и все остальное, а вот у меня были сумки спицы. Ну, почему бы и нет? И да, и в общем-то, вот я подумала, журнала у меня еще нет, потому что только с 1 марта, когда у них выйдет выпуск, они мне пришлют мой первый журнал, и я с вами обязательно поделюсь. А вот это вот пришла буквально сейчас. Вообще у нас в Англии по ссылке, к счастью, огромному счастью, приходит сразу на дом. Не надо ни идти ни на почту, никуда, почтальон все приносит. Единственное, что когда тебе может понадобиться сходить на почту, это когда тебя дома нет, а посылка с подписью. Вот, но так как мы сейчас в основном, конечно, у нас кто-то дома есть, поэтому сейчас все приходит сразу вот на дом, никуда не надо ходить, так что замечательно. Вот, это мое такое приобретение, я прям, если честно, в диком восторге, мне нужны они были, пускай будут, довольны прям. Но, если честно, еще больше я, наверное, жду журнала, очень жду, очень интересно посмотреть, более там я надеюсь, что будут уже весенние какие-то модели, поэтому очень хочется посмотреть, я обязательно вам покажу, посмотрим вместе с вами этот журнал. И все. Все, что связано с вязанием, закончено. Так что сейчас я просто расскажу о том, о наших новостях в стране, о том, что у нас сейчас происходит. Поделюсь своей жизнью, скажу о курсе немножко, то, что я вот училась, и свои впечатления. Поэтому, если вам это не интересно, то вы, в принципе, можете выключать, и я вас благодарю за то, что вы провели со мной это время. Мне очень приятно. И с вами мы уже встретимся в следующих видео. Ну, а тем, кому это интересно, я с вами поделюсь. Итак, что же самое глобальное событие, которое меня делает очень счастливой на данный момент, это то, что у нас, наконец-то, наш премьер-министр объявил о поэтапном выходе из локдауна. И первым этапом у нас будет то, что 8 марта, прям праздник, прям бальзам на душу, открываются школы. Причем все, не будет никакого поэтапного открытия, открываются все учебные заведения, колледжи, школы. Насчет университетов не знаю, но вот именно для детей все это открывается. И, если честно, вот это для меня настолько радостное событие. Я настолько рада, что я наконец-то отправлю всех из дома, и у меня будет вот эта возможность побыть одной. Я не жалуюсь. У меня замечательные дети, у меня замечательный муж. Они мне дают возможности и там и снимать, и вязать, как бы. Они не шумят у нас, такого нет, чтобы, да, стояли друг у друга на голове или еще что-то, тем более у них у каждого своя комната, поэтому как-то нет этих проблем, но само ощущение, оно мне нужно вот прийти домой и побыть просто одной в полнейшей тишине, попить чай. Я не знаю, вот просто вот это вот чувство того, что кроме тебя сейчас дома нет никого, и побыть наедине с своими мыслями, на самом деле, я очень поэтому соскучилась. Вот, и у нас будет происходить как вообще выход из нашего локдауна, каждые 5 недель будут происходить какие-то новые меры, новые, то есть будут потихоньку включаться новые какие-то сферы жизни. Потом там 29 марта будет что-то, но это такое незначительное, поэтому я даже не помню, что же он там сказал. Самое главное, что 12 апреля, это, кстати, будут каникулы у нас пасхальные, и откроются все магазины, которые не связаны никак с продуктами, и откроются пабы, спортзалы, вот этого я жду очень, конечно, дома заниматься это хорошо, но это не то же самое. И рестораны, ну, в общем, все, вот такая жизнь, она начнется именно вот с 12 апреля. Да, еще, конечно, долго, но все равно уже видишь свет в конце тоннеля, и я все-таки надеюсь, что все, это вот последнее, что у нас было с этим вирусом связано, потому что у нас идет активная вакцинация. Но мы пока не вакцинировались, потому что мы слишком молоды. И что еще? Потом, в
Следующее событие такое тоже большое, это 17 мая. Можно наконец-то будет встречаться с друзьями. Ну, там, конечно, написано с друзьями, это просто я так, да, для меня воспринимаю информацию именно так, что 17 мая уже можно будет наконец-то по-нормальному встретиться с друзьями дома, с ночевкой и все вот такие вот вещи. Да, долго, я понимаю, да, 17 мая это целая весна, но когда ты понимаешь, что уже все, вот оно последнее, вот эти вот уже не кажется, что это так долго, это уже хотя бы какая-то определенность. И к концу июня наш премьер-министр обещал нам, что мы избавимся от всех социальных ограничений в плане масок и вот этой дистанции и количества людей в магазине. Наконец-то. То есть, на самом деле очень хочется уже все забыть, хотя бы в пределах своей страны, пускай, может быть, нас не выпустят в этом году куда-то за границу поехать, да, из-за того, что в Европе в некоторых странах вакцинация идет не так активно, как у нас, и поэтому у нас могут ожидаться некоторые ограничения, но будет неважно, если у нас в стране не будет этих ограничений, хотя бы в своей стране мы будем чувствовать себя свободно. Вот, для меня это... Я понимаю, что для кого-то, может быть, это не так важно, не интересно, но для меня это очень интересно. И вчера, впервые за все вот это время локдауна, я наконец-то сходила в магазин, не в продуктовый. Они очень молодцы, они остались открытыми. Это магазин продажи разных товаров для дома, для рукоделия, правда, там по вязанию ничего нет, но вот для таких скраббукинга, ну, всякого такого крафта. Также для ванны, там же продаются стройматериалы. Ну, это огромнейший такой магазин, я его очень люблю в нем погулять. Там также посуда, все-все-все. Я вам в конце обязательно ставлю там небольшие видео, есть, да, которые, я думаю, будут интересны для мастериц, вязальщиц, поэтому, ну, или вообще для людей, кто заинтересован, что же продается в магазинах других стран. И вообще, я, в принципе, люблю сама такие видео, поэтому сняла вам небольшие зарисовки, совсем небольшие. Вот, и, конечно, да, для меня это было таким большим событием. Я не ходила в магазин не потому, что я боялась так заразиться или еще что-то. Нет, совсем с этим не связано. Я все равно ходила на работу, у меня у нас там куча детей все равно, и могла от любого из них подхватить, учитывая то, что в школе у нас были дети врачей, которые занимаются как раз-таки сейчас именно в госпиталях, работают с ковидом. Ну, поэтому это была причина не в этом, просто мне было настолько тоскливо ходить в магазины, понимая, что остальные магазины закрыты, и ты не знаешь, когда же все это закончится, а сейчас ты думаешь, ну да, просто осталось подождать, все. Поэтому вот вчера я ходила, в основном все покупки были для дома сделаны, так, по мелочи там полотенца кухонные, ну, знаете, все, что всегда нужно в доме, лишним никогда не бывает. Вот, такие вот новости для меня очень большие. И еще хотела сказать по поводу своего курса. Если кто не знает, то я учусь на персонального тренера. Я на самом деле я разочарована в курсе именно потому, что, знаете, как в школе, вот я помню, нас учили в школе, нам давали такие знания, которые нам пригодятся на экзамене. И сейчас нас учат тому, чтобы сдать экзамен, а не тому, что нужно нам знать. Очень многим аспектам не уделяется вообще никакого внимания, и это, конечно, меня сильно расстраивает, потому что я считаю, что это неправильно. И вообще, анализировав все, что вот происходит эту неделю, да, на курсе, я понимаю, что все-таки персональный тренер — это должно быть такое же университетское образование, потому что, в принципе, это очень важно. Вообще фитнес-индустрия, мне кажется, особенно в странах Восточной Европы, да и у нас тоже очень слабо развита, и у многих фитнес — это, извините меня, голые задницы в Инстаграм, да, вот этих всех фитнес-инструкторов,
И все, ассоциация. И вот именно, знаете, такие причины. Вот там меня муж не любит, да, или я там остолстела после родов, вот пойду-ка я займусь, там, пойду на степпере попрыгаю. Но никто не... Единицы говорят о здоровье, о том, как это связано, для чего нам нужна физическая активность. Если так подумать, что вообще происходит сейчас в мире, что наши дети, ну, на самом деле, не только сейчас, и с нами то же самое, да, произошло. Мы, ну, хотя бы в нашем, хотя мы, наверное, первое поколение, да, которое вот начинает страдать от этого. Мы пришли в школу, что с нами сделали? Нас посадили за парту. То есть фактически детей, которым нужна жизненно необходима физическая активность, нас заставили не двигаться. Вообще. Не, я не отрицаю, естественно, важность школы и все. Хотя вопрос очень спорный, какие знания нам давали совершенно ненужные. Ну, согласитесь. И опять у меня. Это мой личный опыт и опыт моих детей сейчас, вот, да, все-таки та же физкультура считается, ну, совершенно неважным предметом. А это совершенно неправильно. Физкультура должна быть одним из важнейших предметов, потому что это действительно важно. Физическая активность важна. И не потому, что мы... Ну, вот согласитесь, раньше, еще даже в моем детстве, я помню, мы пришли со школы, ну, кто с нами там сидел? У нас родители у всех работали, по крайней мере, у меня оба родители постоянно работали. Ну, и кто там после школы пришел, кто за тобой будет что-то следить? Пошел ты на улицу, поел ты, не поел? Никто. И что происходило? Мы все равно все шли на улицу, ну, потому что у нас как бы не было особого выбора, да? Не было еще такого количества телевизоров, смотреть там и все остальное. Уж про компьютеры я вообще молчу, в моем детстве этого не было. Даже в школе, да, там один, даже одного не было, ничего этого вообще не было. И мы шли на улицу, мы там двигались, игрались какие-то игры. А сейчас что происходит? И, в принципе, особенно в больших городах, мне кажется, это заметно, да, именно в контексте безопасности. Дети приходят домой и садятся за компьютер, либо игровую приставку, либо телевизор. Все, движение закончилось. А если, не дай бог, ты живешь в квартире, да там вообще шуметь нельзя, там пробежаться из одной комнаты в другую, это все уже расстрел, особенно от соседей, там, да, вот эта вот метелка в потолок. Как бы, понятно же дело, да, что это все отвратительно влияет на нас. Потому что физическая активность – это здоровье, прежде всего, наших сердец, наших всех сосудов. Для женщин это вообще, в принципе, многие говорят о мужчинах, да, о том, как они там двигаются, занимаются. А вот для женщин, хотя для женщин это еще важнее, для женщин важно заниматься кардио занятиями, именно потому что это разгоняет кровь, это молодость наша, это кожа, это отсутствие каких-то уплотнений на коже, это все, что... Это все для здоровья, сердце, я вообще уж молчу, да. И я уверена, что многие даже не знают о том, что женщины находятся в более повышенном, в повышенной категории риска для заболеваний, связанных с костями, потому что мы беременеем, мы вынашиваем ребенка, мы потом кормим этого ребенка. У нас, извините, мы женщины, да, у нас каждый месяц есть определенные наши изменения в теле, мужчины этому не подвержены, и единственный способ с этим бороться, никто об этом не знает, но единственный способ с этим бороться и быть независимыми в старости, это сейчас уже начать ходить в спортзал и качать железки. Естественно, все это должно быть правильно, это не так, что, о, дайте-ка я пойду сейчас покачаю железки, да, а именно вот. Это не потому, что это красиво, и вы там сразу начнете, о, как Арнольд Шварценеггер. Я вообще не знаю, что нужно для того, чтобы стать как Арнольд Шварценеггер, делать именно, ну, натуральным способом, скажем так, да? Тут вот, да, все об этом переживают, но никто не задумывается о том, что это прежде всего здоровье ваших костей. Потому что, когда вы поднимаете веса, ну, там не надо, я же не говорю сразу там идти на 100 килограмм, нет. Но когда вы поднимаете вес, пускай это даже будет
какие-то гантельки, я не говорю про машины, да, это здоровье ваших костей. Это то, что в старости, ну, к старости, скажем так, в 60 это не старость, но все-таки 60-70 лет вы будете абсолютно независимыми, у вас не будет боли в спине и все остальное. И начинать нужно сейчас, я уже вот опоздала по возрасту с этим, поэтому, конечно, это очень, очень большая тема, и этому на курсе не обучают, об этом никто не говорит. На курсе учат того, как тебе сдать экзамен перед твоим экзаменатором. Все. И получить вот эту вот бумажку. И выпускается огромное количество вот этих вот совершенно некомпетентных персональных тренеров, фитнес-инструкторов, которые идут в мир и несут всякую, извините меня, ерунду, не основанную ни на каких-то научных. Нам он вот за эту неделю не предоставил ни одного документа научно подтвержденного. И есть такие вещи, да, которые он рассказывал, потому что он уже в возрасте мужчина, и это было когда-то, но мир-то меняется, да, исследования проводятся сейчас активнее, мы развиваемся в этом мире, на самом деле, слава богу, все-таки эта индустрия начала развиваться, но немножко желание вытянуть как можно больше денег из населения делает это не так, как должно быть. И, естественно, никаких ссылок мы не увидели. Это, конечно, грустно. То есть нужно постоянно фильтровать информацию, даже обучаясь. Это, я считаю, это неправильно. И другой аспект – это психологический. Никто ни разу мы не коснулись темы психологии, о том, как это важно, о том, что, в принципе, вот этот весь процесс, он начинается именно вот отсюда, а потом уже со всех остальных, что… Да, там про мотивацию было немножко, но мотивация – это ни о чем, если у человека совершенно другие мысли, да. Да и мотивация, там такие примеры были. Ну, смешно, как будто я собираюсь тренировать не взрослых людей, уже с устоявшимися какими-то принципами жизни, да, мнением, а каких-то вот детей из детского сада. Поэтому, ну вот, да, для меня эта неделя, я, мне кажется, еще физически устала от того, что я понимала, что, в принципе, я делаю это для того, чтобы получить бумагу, а не для того, чтобы получить знания, потому что, ну, очень много было того, что, наоборот, не было того, что должно было быть. И, конечно, вот этот вот разочарование, элемент, он все-таки добавляет определенного, не знаю даже, как сказать, понимания того, что, ну, да, все еще очень-очень на стадии развития. Конечно, это развивается, это радует, но еще очень много всего нужно нам узнавать. Вот. Все, на этом, наверное, все. Кстати, я не все рассказала по вязанию. Я на 8 марта уже, да, я понимаю, что очень рано, но я получила два журнала от Ким Харгрис. Ну, это наш британский дизайнер, поэтому, естественно, у нее, ну, заказать мне ничего не стоило. На самом деле, вот в четверг я заказала, и сегодня опять уже все это пришло. Один это зима, это последний, 12-й, да, не видно. И тут вот другой это хоп, это 11-й. И мы с вами обязательно посмотрим вот эти вот журналы, порассуждаем. Хотя это книги, это не журналы, это книги, очень мне нравится, но это уже будет потом. Вот. Все. На этом, на самом деле, я закончу. Я очень благодарна тем, кто досмотрел до конца, кто выслушал весь мой этот совестный, скажем, поток. Но нужно было выговориться мне, потому что вот эти мысли, они у меня в голове всю неделю. И я вот хотела с вами этим поделиться, рассказать. И надеюсь, что я вас от себя никак не оттолкнула, да, своим мнением. Вот, поэтому… Большое вам спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, поставьте обязательно лайк. Вам не сложно, мне приятно. И желаю вам исполнения ваших желаний. Желаю вам, да, тавтология, ну, извините, да, как получилось. Вот, желаю вам здоровья, желаю вам взаимопонимания в семье, с детьми, с мужем, с вашими родными. Также желаю вам оставаться как можно
более, скажем так, независимыми. И всегда, всегда проверять любую информацию, которую вы слышите. Да, я знаю, это очень необычно, но вот именно навеянное моими последними вот такими вот событиями последней недели. Поэтому я вас всех люблю, целую и до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Мне вон та с бабочками очень нравится. Вот так открывается. Видите, кто не узнал? Видите? Опа! Опа-опа! Ой!